АДД да бизнес-модели. У Минской области развивается малое предпринимательство. Только лето с финансовой допомогой на открытие уластной справы скористались больше за 250 жихаров центрального региона. У Вилейце з'явился первый в городе клуб по пейтболе. Пляцовку на березе Вилейского водосховища обсталевали специальной полосой пирожкот. Закупили необходимый инвентар – костюмы, маски, маркеры, головные инструменты для гульни. Турниры проводят незалежно от надворья. Вот адреналинчик такой, заряд бодрости, что как бы вот раньше думали, искали, где там чем-то заняться, где себя проявить можно. Вот. Я думаю, будет интересно людям и любого возраста. Прийти просто поиграть, тут же после этого можно и спокойно и уху сварить, и посидеть, шашлыки сделать. Отримать финансовую допомогу могут те, кто зарегистрованы у центры занятости. Необходимо подрыхтовать и оборонить бизнес-план. Для этого организуют специальные курсы по основах предпринимательской деятельности.